протащили болт под шестигранник, четверку. Тяну, подолью, подожду. Пиздец. Все, теперь только травить. Вот так теперь можно подытожить. Классный инструмент. Классно заточил мне шестигранник. Обломился только. Болт говно. Решил вытравливать его. Залил там все клеем. Вот таким вот. Налил кислоты. Реакция вроде пошла. Решил его спориться вот таким образом. Плюс подал на корпус. Теперь он является анодом. Минус подаем на кислоту. Похоже, пока кислота свежая. Процесс идет. Как немножко она уже выработает свои качества, процесс замедляется и бурлит уже слабенько. Эту кислоту я выбираю, выливаю, промываю все это водой, наливаю новый. Взял термометр, уж очень интересно мне померить температуру этой кипящей жидкости. 31. 22, похоже, прилил не туда. 21 это. Ну вот полтинник. Не очень-то помогает мне этот электролиз в травлении болта. Болт застрял глубоко. Решил я достать его с помощью трубчатого сверла. Внутренний диаметр трубочки почти 6. То есть я планирую, что сверло будет на болт находить. И вот так вот все это просверлим. Что будет, посмотрим. Вот таким вот образом. Сверлить уже начал. Вдоль болта двигаюсь уже довольно глубоко. Вроде бы так. На всякий случай двигаюсь на задней передаче. Вдруг он закусит и болт открутится. Сейчас буду доставать этот больной зуб. Не получается. Уцепиться. Иди, ой, иди, иди.
Наконец-то закончилась эпопея с выкручиванием болта. Вот он, больной зуб. Используемый для этого три сверла, трубочку с алмазным напылением. Ну все. Теперь придется там делать резьбу десятку, выворачивать вертыш. И все, также форсунка будет прижиматься. Ну, вот, на этом все. За сим прощаюсь.